Всем здравствуйте! Сегодня я расскажу о таком расширении OIPIM Prime Modem. Данное расширение служит для удобного перехода в режим incognito. Здесь я кратенько описал, как оно работает. Оно работает на ПК и Android устройствах. Давайте перейдем к скачиванию данного расширения. Переходите вот по этой ссылочке, нажимаем на нее. И попадаем в интернет-магазин расширений Яндекса. И вы нажимаете вот на эту кнопочку. Я его предварительно скачал. Вот оно. И скажете, зачем нам данное расширение? А вот я вам расскажу. Есть же стандартный способ переходить в режим инкогнито. Нажимаете сюда и перейти в режим инкогнито. Вот, как вы видите, загружается режим инкогнито. Мы находимся в режиме инкогнито. Но данный способ немного неудобен в тех случаях, когда вам надо сразу попасть на сайт. Сейчас я вам это продемонстрирую. Вот наглядный пример. Я хочу выйти из профиля своего ВК, чтобы не выходить из самого ВК. Вот. Можно нажать на вот эту иконочку. Нажимаем. И попадаем на данную страницу, но уже в режиме incognito, что очень удобно. Никаких настроек данное расширение не требует. Просто скачали и при нажатии на данное расширение попадаете на страницу. Также есть второй способ, как можно переходить на режим incognito. Сейчас я вам тоже продемонстрирую. Вот наглядный пример. Нажимаете на пустом месте правой кнопкой мыши, нажимаете и спускаетесь сюда. Вот он, данное расширение. Нажимаем на него. И также открывается данная страница в режиме инкогнито, что тоже очень удобно. Смотрите, можно здесь работать и также не будет записываться ни куки, ни кэш, ни история посещения данного сайта. Я считаю, что данное расширение очень удобно использовать на компьютерах пользователей. Я его буду дальше использовать, но и вам советую. Удобное практичное расширение. Всем советую. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. И, пожалуйста, подпишитесь на канал и не забудьте поставить колокольчик. Всем удачи и спасибо за просмотр. До свидания!